готовимся к записи. Через 2 недели будем записывать мега крутой EP. Так, ну ладно, чего рассказать вам? Мы через 2 недели планируем начать записывать маленький альбом. Надеемся, что будет круто. Будем писаться у Игоря в Pentagram House. Вот здесь? Вот здесь, да. Тут. Игорь, это не первое наше с ним сотрудничество будет. И оно не первое, именно потому что первое нам понравилось. Это было круто. И мы уже ждем, не дождемся, когда мы начнем писать. На самом деле он с нами как просто с грудничками возится. Да. За что ему честь и хвала, конечно. Он очень, ну, хороший профессионал, мне кажется. Так что скоро ждите суперзапись. Сегодня слышал такое мнение интересное по поводу того, что вот, допустим, там писатель или какой-нибудь художник, музыкант выходит на трибуну и начинает вещать, ну, типа, для масс. И с этого момента он, естественно, перестает быть художником, писателем, становится политиком, грубо говоря. Ну, то есть, весь там все уважение, рейтинг, который он заработал благодаря своему искусству, он пускает в просер, в политику. Ну, насколько? Смотрю, какие политические цели он преследует. Ну, в любом случае, это политические цели же. Ну, нет, смотри, ну, когда художники, например, выступали против фашизма, тогда в 40-х годах или в 30-х. А что, фашизм очень любил искусство. Фашисты собирали картины, вывозили их к себе в Германию, заботились о них.